Под Анапой на пешеходном переходе сбили ребенка. ДТП произошло 11 октября утром в хуторе Чембурка. Водитель на автомобиле Hyundai допустил наезд на школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Из видео с видеорегистратора видно, что автолюбитель даже не пытался затормозить. В итоге ребенок 2006 года рождения получил тупую травму живота и был доставлен в больницу. По факту случившегося проводится проверка.